Дамы и господа, рада вас приветствовать на первом полуфинале нашего турнира 2-on-2. Sorry Bastard и Upcop Team. Данюк. Первая карта. Собственно, смотрим. Так, персик у нас. Поэтому Украина его сразу принят. Хеллу, минус Хеллу, минус персик. Так, остается у нас... Один рог защиты или кан. Оставляет зайку 8 хиповым. Зайка отходит обратно на рампу. Зайка минус димплс, 0 кан размене, 1-0 для Upcop Team. Так, решили у нас играть вместе атака. Зайка. Пушит у нас аквариум, зайка. Минус хлу, зайка падает. Ликан на размене. Ликан 1 в 1. На плантом у нас играет персик. Ликан фейкует. Персик стоит за реактором, ждет аквариум. Но ликан не торопится выходить. Он ждет пуш со своего оппонента. Он байтит на выстрелы. На персик ведется. Персик залазит на реактор. Так, ликан. Все же попытка выйти. Ликан падает. Бастет забирают форс раунд. 1-1 по счету у нас. Теперь вынужден будут играть эко у нас команда атаки. Скорее всего, это второй для вас. Так, там быстрый выход у нас через даблы. У нас ликан падает, персик хороший спрей. И димплс 1-2 остается у нас. Он стоит, ждет пушащих с даблов. Там, конечно, никто не полезет, потому что никому это не надо. Играет на победу. Замечает у нас хеллу. Хеллупа это эйс для персика и 2-1. Баста, проиграв пистолетку, выиграли форс раунд и теперь ведут. Хеллу, быстрый выход через сингл, хеллу минус персик. Есть инфа о том, что второй, скорее всего, пушил в аквариум. Хеллу отзонивает даблы с маком. Так, птичка падает. И 2-2. Не птичка, зайка, извиняюсь. Перепутал с оппонентами Sorry Bastard в одном из матчей. Да, сразу счет у нас Upcop Team. Максимально, опять же, динамичный матч. Наверное, в этом и особенность режима. Потому что все, короткие дистанции, все дела. Так, зайка, спрей по первому, минус ликан, за то, что Хеллон тоже в даблах. Хеллу минус один. Зная о том, что второй был в планту, потому что он убивал его тиммейта. Зайка у нас прячется в планту. Будет оппонента с двери. Так, на Хеллу там ломает у нас аквариум. Байсит дверями оппонента. Так, зайка. Ну, зайка, шикарная позиционка, шикарный тайминг. Третий раунд. Так, зайка падает на Украину, персик чекает выход с дабл дверей. Зайка тоже тут же стоит. Возможно, бы сейчас нашивка в смок от Хеллу. Но нет, он просто ждет. Стоит за смоком. Так, ликан. Попытка кинуть флешку в дверь. Безуспешно. Так, персик. Минус Хеллу. Просто 2 в 0 раунд для защиты. И четвертый раунд для команды Sorry Bastard. Как минимум ничья в половине будет. Точно. Ну а того гляди, и Sorry Bastard закроет половину полностью в свою пользу.
с максимальным на сейчас, на нынешний момент отрывом. Попытка вылезти быстро в сингл. С диглами сыграть атака. Зайка минус хлу. Ликан один в один уже остается. 13 хп у него. Попытка взять аук. Взял аук. Ликан падает. Пятый раунд для бастардов. Остается последний раунд первой половины. И атап-хоп, наверное, будет попытка зацепиться хотя бы за третий раунд на первой половине. Так, решились уже кидать молики в обе двери. Но защита. Смоком на персик промахивает. Зайка подменил. Зайка шикарно спрей про Ликану. Ликан падает у нас в дверях. Вернее, в двери. Хлуп и мощнфа. Хлуп падает. И трехкратный перевес по раундам для команды Sorry Bastard. 9 на 3, 4 на 5 у нас Зайка, персик и, соответственно, 5 на 7 и 3 на 6. Хлу и Ликан, соответственно. Что же, меняются у нас сторонами команды. Посмотрим на то, как будут защищаться у нас апкоп. Может, у них тут пойдет все куда лучше, нежели в атаке. Так, смотрим. Персик ломает у нас даблы. Попытка флешки в даблы. Там в никуда флешка. Ликан минус Зайка. Ликан шикарные 2 килла. Третий раунд для апкоп. И вторая пистолетка за карту уходит в их актив. Так, где-то нас смог в дабл от хлу. Замечает Ликан двоих оппонентов. Молик от хлу туда. Хлу. Нет, его не дожал на Зайка. Падает Зайка. И, ну, легкий эко-раунд. Набираю пока у нас оборота апкоп сим. Смотрим, чем же все-таки закончится эта игра, потому что, ну, первые два, ладно. Сейчас идет оружейный. Правда, у Хлу до сих пор МПшка, но ладно. Не договорились о гранатах у нас. Защита, молик и смог в даблы прилетают одновременно. Так, ну Ликан чекает нас с вилки. Сайт. И Хлу находится по смоком в даблах. Злазит он у нас на мостик. Скажем так, так. Открывается даблы или Хлу, шикарная переводка на Зайку. Так, Ликан падает у нас. Персик один в один с Хлу. Хлу красный. Персик. Персик, шикарный контроль оппонента. Седьмой раунд для Sorry Bastard. И два раунда уделяют атаку у нас от победы на первой карте данного полуфинала. Вернее, четвертьфинала. Персик взрывает у нас даблы. Флешка туда же. Попытка забайтить на быстрый выход с даблов. Хлу у нас спускается потихонечку под даблы. Хаешку против в смачок. И на рампе на вилке у нас играет Ликан. Персик взяли пока позицию за реактором. Зайка прыгает, стреляет, нашивает он по винтам, попадает по Хлу. 30% здоровья Хлу теряет. Говорят, у нас игроки атаки в своем же молоте, вроде как. Так, персик спалил себя. Дает смок от вилки. Так, ну Ликан. Закрыли его смоком. Но меняет позицию. Сейчас, скорее всего, спалит он одного или двух игроков атаки. Хлу ждет выход с аквариума. Так, нет, Ликан палить никого не будет. Он нашел обратно на вилку. Так, ну, атака собирается все-таки выйти. Но что-то никак не идет. Хлу минус Зайка. И 5 к 1-2 остается. Есть инфа по одному. Второму не догадывается. И зарабатывает у нас 5 очко. В свой актив команда апкоп.
У тебя там с гранаты в сингл и дабл, так, спалили к мне в одного игрока атаки. У нас обкоп, хлу минус один, хлу стреляет красного персика. Это должен быть даблкил, да, это шикарный эйс. В исполнении хлу, шестой раунд для обкоп. И, в принципе, защита у нас близка к тому, чтобы сравнять счет. Хотя после первой половины счет был, напомню, 6-2 в пользу Sorry Bastard. Так, дефолтная граната у нас уже от защиты по дверям. Идет размен гранатами. Так, персик падает у нас. Как-то по дому начали играть у нас атака. Не могут они вместе как нормально выйти. Все, их по дому перестреливают. Зайка, 1-1 у нас, 1-2, вернее, остается у нас рук атаки. Попытка разыграть клатч. Интересно, вилку так, хлоп падает. Зайка остается лоу хп. Откидывает он некие гранаты. Надо вести своего оппонента в заблуждение, но Ликан как бы почекал и... Нет, еще просто чекает. Так, Зайка. Шикарный! 1-2 клатч от Зайки. Слоу хп еще Ликана забирает, вообще идеально. Два маппоинта для Sorry Bastard у нас есть. Посмотрим, как они ими распорядятся. Смог ли они закончить матч сейчас, в следующем раунде, или, может быть, на овертаймах мы увидим совершенно другой исход сие карты. 15 раунд у нас на глазах. Смотрим, что же здесь сейчас будет. Так, Зайка, сингла. Ликан стоит у нас над плентом. Так, Ликан, минус Зайка, 1-2 остается персик. Так, минус персик, попытка на стрела. Прострел, вернее, через винты. В этот раз все в никуда. Ликан у нас смог даблы, молик у нас сингл от хлу. Там же случится бомба. Ликан флешечка под пик. Никого там не видит. Ну и персик, выход с даблов, его слышно. Ликан, даблкил от него. Один маппоинт, обкоп отыграли. Отыграют ли они второй? Ну, все, бай в ноль у нас от атаки. Дигл МП7. У Зайки и персик, соответственно. И это попытка, возможно, быстрого выхода. Нет, пока не торопится атака выходить. Ликан над плунтом, хэл у нас на вилке сидит. Так, Зайка. Шикарный хэшот у нас по Ликану. 1-2 у нас стоит хэлу, и, возможно, это 9-й раунд для атаки. Так, персик проверяет все позиции. Понимаю, что игрок на вилке стоит, бомба персик у нас. Зайка. Затыкал он хэлу, это 9-7 для команды... Sorry, Bastard. Поздравляем.